Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжим Ведьмачеллу, кстати. Так, что это? Почему он... Мне сейчас кажется, или немножко выше, чем обычно? Что это было сейчас с его ногами? Или мне... Неправда? Его как будто здесь ноги увеличиваются. Ну ладно. Так. Что я хотел в прошлый раз сделать? Что, на чем мы остановились вообще? Мы остановились на том, что я сейчас бегал по темным туннелям, потому что там что-то есть, да? Нет. Кстати, я нашел, где находятся плавуны. Я нашел, где они находятся. Они находятся на болоте. Я пересмотрел прошлый видос. Или позапрошлый. Ну ладно. Я пересмотрел, и нужно будет потом пойти на болото. В болоте есть плавуны. И еще нужно вот этих цветочков уничтожить. Еще две штуки. Это ж капец. А, подожди, три, потому что я одну голову уже отдал. Это, кстати, не особо хорошо. Что-то вообще это мне так укладывает. Так, я, по идее, прерывал его атаки, но что-то нет. Так, у меня какой-то... Я что-то, какой-то ключ нашел. Микулы, что? О, я вообще ничего не помню. Открывает ворота. А, вход в канализацию. Куда мне идти-то? Подожди. Ты что, вход в склеп... культистов? А зачем мне туда? А зачем мне культистам идти? Так, память клинка, мне опять надо будет зайти, да? О, нет, поговорить с Золтаном. Ладно. Я помню, что-то было связано с этими, с канализацией, разве нет? Я же здесь ключ еще нашел недавно вроде. Если я не ошибаюсь. Жанна Пьера. Окей. Так, останки здесь, мозги только могут. Так, ну давайте в решетку зайдем. А, подожди, не в эту решетку. Так, подожди, это основное задание, что ли? Я не пойму. А, ну да, это основное задание. С пленником готов... А, вот, кстати, вот с пленником я, кстати, должен поговорить. Давай сейчас поговорим, потом поедем на болото, выполним контракт на плавунов, еще надо на волков потом где-то найти. Вот это интересно. А, он просто испугался, уплыл под воду. Ладно. Пусть будет. Так, давайте больше пока не появляться, а то мне не особо это нравится. Так, факел на... О, всё. Что это такое? Алхимический ингредиент, ладно. Ничего не видно, ну давай. Переключение так между стилями, конечно, прикольно, но долговато. Кто? А, гуль. Так, с тобой вот этим, давай. Будь лучше с гулем, резко стало легко драться. Если бы я вот этим мечом, вот каким? Да, вот этим, если бы я дрался сейчас, я бы просто получал люлей. Так. Так, нехорошо. Подожди, мне сюда. Окей. Спустись. Давайте узнаем. А, подожди. Это я сейчас где окажусь-то? Где? Опять новая локация. Ну как так-то? Страшное тут дело, как бы. Так. Тут печок, хорошо. А куда идти-то? Ну ладно. А в чем моя задача сейчас? Коридор. Конечно, эта локация хороша, наверное. О. Это интересно. Костер. А, здесь еще я прокачаться смогу, да? Казалось.
За мной дым, мне показалось, что за мной кто-то сейчас идет и хочет меня атаковать. И еще, откуда эти звуки? Мне не особо как бы нравится то, что пусто здесь. Еще эти звуки непонятны. Кто-то дерется, что ли? Не особо понятно. Так, костер найден. Что? Куда эти звуки вообще? Здесь же никого. Тут то собаки, то кто-то еще. Люди какие-то, то когти. То сейчас ветер дует. Ну вот кто это? Ну кто-то следит, что ли, я не пойму. Так, это что-то знакомое. Ага. Что? Кто? Стой. Да я оружие возьму. Ничего не видно, ну давай. Ты у меня живо на тот свет отправишься. Не знаю, как на тот свет, мне особо не охота. Но к свету мне, пожалуйста, пожалуйста. Вот тут посветлее будет, я вас вижу. Разберем то, что они меня не слышат. Ребята, ну чё, чё я вам сделал? Я же просто пришел. Теперь сильная атака. Как-то стальной меч резко стал слабеньким. Я могу драться, кстати, в факел? Если могу, то это прикольно. Так, что по останкам? Еда, похилимся, если что. Меня вот странно, бывает такой момент, когда вообще тебя не бьют, вот как сейчас меня вообще не били. Я вообще урон не получал. Иногда просто начинают разносить секиры, нет, всего. Че? Безжизненного воздуха, чего? А, я ап какой-то что ли получил на магию? Ладно. Там сундук стоит. Ну давай. Так, забрать что? Не то сделано. А, все? А, я забрал, все, ладно. У меня ингредиенты теперь. Перебор с ингредиентами. Ты что такое? Еда, медовые соты тут вообще есть. Булочка. Тут, ладно, потом разберемся. Зачем я вообще сюда? Что это? Круг безжизненного. Ну, а, типа, ладно. Я могу лапаться здесь много раз. Хорошо. Воу-воу-воу, ребят. Я на твой труп носу. Не надо. Сейчас тут что-то не увидел, только твой. Где? Я не особо вижу сейчас. Вообще никого не вижу. Есть кто еще? Какие? Тут одни проблемы с этим. Так. Люди, вы куда разлетелись? Деньги мне пригодятся на новую броню. Или мне ее как-нибудь дадут. Если мне ее дадут, просто дадут спокойно, без всяких. А, это здесь, что ли, этот звук? Ладно. Это давайте пройдемся еще по всей локации. Я не знаю, это подземелье какое-то, что ли. Давайте-ка изучим сначала, а потом склеп какой-то. Так, и что-нибудь интересненькое. Как так? Будешь кормить червяков? Я бы вас, вы бы меня видели, я бы вас тоже так не видел. Вы там будете, вы этим. Ты сволочь! Я еще ничего плохого не сделал, чтобы меня так было. Если я не ошибаюсь, ну, не понять. Опыт мне дают. Аля, у меня стоит опыт.
Все. Окей. Едем дальше, значит. Ладно. Так. Неудобно то, что факел убирается после того, как я хочу нажимаю на кнопку мыши. Она просто... Просто факел убирается. Так, подожди, здесь был только один лавкач, да? Ну ладно. Так. А, блин, я подумал, фундук опять, ладно. Зал. Зал. Ладно. Пусть будет зал. Возьми факел. Не, что-то я не хочу здесь находиться, им стоять на этой решетке. Хватит. Он просто автоматически убирает, если что-то хочу взять. Да что мне делать для того, чтобы он этого не убирал, факел? Так, ну, с этой стороны мы закончили, да? Открыть и закрыть. Добро. Это снизу, что ли? Так, там никого не видно. Так, все, решетка не ломается, это уже хорошо. Я бы еще упал вниз, как-то опять пришлось бы искать выход наверх. Я бы его опять-таки, скорее всего, возможно, я нашел бы его. Вот, так. Опять локация коридор, хорошо. Достаточно длинный коридор. Я услышал меч или мне показалось? Да блин, кто это? Неинтересно. Надеюсь, я ничего не пропустил. Здесь сейчас может быть что-то интересное. Я это... Кто? Что? Ах, ты сын эльфийской шлюхи! Кто такой? Я тебе первый раз... Подожди, что? Кто? Сдохни! Так, вот тебе вот это начну. Я их не вижу, они меня видят. Это правда не особо честно. Я сейчас полностью в кромешной тьме делаю. Откуда вы вообще-то появились? Вот это интересно. Может, ты дашь тебя забрать от тебя что-нибудь? Или это пустой был? Ладно. Откуда вы появились вообще? Откуда же они пришли? Нет. Я подошел к этой... Сюда подошел и... Ладно. Уходим отсюда. Налево. Костер за стену. Ладно. Кстати, а может здесь можно сломать часть стены, чтобы тут быстро пройти? Если нет, то ладно. Нет. Пошли дальше. Где у нас тут? Что-нибудь интересное? Что? Где проход? Ага. Да пошли. Хотя нет, давайте до конца дойдем, там все равно тупик в конце, так что. Казалось, сейчас вот медальон стал немножко красным, а потом резко опять стал своего цвета. Еще один. А, ну ладно. Я не знаю, у меня есть это... На таланты. Если у меня сейчас их нету, то я, в принципе, могу выходить. Так, а, медитировать 0 часов, спасибо. Значит, здесь не медитировать, здесь просто, ну, как сказать, не... А, подожди. Еще раз теперь алхимия. Может, я смогу ласточку сделать? Где алхимия, алхимия, алхимия? Вот это. Глаз химеры, зачем тебе глаз химеры? Белая чайка. Подожди, а что мне нужно? Ласточки на зелье, да? Ласточка. Могу сделать, не? Не понял.
Крепкое спиртное, очень высокого. Че? Я не могу сделать, что ли? Подожди, мне не хватает или что? Вы не умеете готовить? А, я мог так быстро наготовить, ладно. Итого, сколько у меня сейчас зелья ласточки? 3. Окей. Не-не-не, давай без медитации. Ладно, медитируй. Надеюсь, они не зареспавнятся. Если они зареспавнятся, это крах. По идее, не должны. Так, эффект. Час. Час в игре. Видите, этот эффект... Тотема, что ли, я не знаю. Мне он сейчас особо не нужен, этот тотем. Ну, огня, да и огня мне вообще не нужен. Так, это у нас круг. Что? Круг. А это просто круг элементов. Ладно. Так, сразу дойдем до финала. Все нормально. Это я куда вернулся? Это я куда пришел? А, это я с другой стороны, что ли? Не. Это где я вообще? Подожди, что? А вот и, кстати, а вот и клеточка. Собачкой. Не видно ни шиша. Где? Я могу, кстати, зажить здесь? Вроде... Нет. Так, 4 уровня, да? Можно где-нибудь зажить вообще? Огонек. А тупичок? Чё тупичок? Так, окей. Пока ничего интересного. Но кто-то все гробы разломал и всех съел, что ли? Хотя там одни кости должны были остаться в гробах. Это я к собаке найду, да? А, или нет? А, я сейчас соединюсь и вернусь в то место, откуда пришел, что ли? Интересно, они соединены, если честно. Блин, здесь точно нету пути зажечь факел? Другой факел. Потому что очень неудобно. Вот один есть. Других не вижу. Так, все, я обошел всю локацию. Теперь нам только в одно место, да? Ну да, по идее, сейчас налево. И я выбираюсь на... Здесь кто-то есть? Что происходит? Странные звуки. Они очень путают. Я думаю, честно, мне показалось. А, не за респаунились. Ладно, давай. Так, давайте подсюда, да? Сейчас эти двое меня разнесут. Не особо понял. Да, спасибо. По идее, с каждым разом все больше и больше урон должен, но что-то я не вижу. А, или я уже уничтожил, он убил того. Даже ли так какого-то. Все. Так, ну надеюсь, сейчас что-нибудь у него будет, нет? Нет. Ладно, 6 монет, ладно. Не такая уж и важная вещь. Факел в руки и пошел на следующую локацию. Локейшн. Не, подожди, или не здесь? Где проход? Я забыл, где проход был.
Выход не показан. Так, разрушено, разрушено. Да тут везде разрушено. Подожди, я просто... А, вот. Вот еще. Так, направо, налево. Так, направо, да? Затем... Лево. Еще не все обошел, оказывается. Так, сюда? Не сюда. Вперед. Во-во-во-во-во. Вот теперь я в ярости. Ребят, давайте, пожалуйста, без этого я вас не вижу. Пошли-ка сюда. Злое. Да, злое, конечно. Хотя промазал. Не, зельем видеть в темноте намного лучше. Надо его будет наделать. Я только не помню, как он называется, но ничего. Главное, чтобы был. Там я на голову, да? Значит, акцент нужно делать на голову, если ты хочешь что-то собрать у человека. Ладно. Так, мы прошли сюда. Здесь еще один склеп, и тут ничего. Опять-таки. Опять звуков собаки. Пожалуйста, не убирай факел. И так ничего не видно. Так, нет. Я просто сейчас вот этот руну огня взял, или как она там называется? Символ огня. Где вы опять? Они через за стеной, да? По идее, за стеной, да. Потому что я услышал звуки за стеной у Митчи поднялись. Ладно, сейчас будем... Ну, они до... Да, привет. Так. Убью тебя, как собаку! Еще один. Давайте-ка вернемся. Где я? Так, давайте-ка вернемся сюда, чтобы было виднее. И я дерусь. Ты у меня живо на тот свет отправишься. Еще плюс 100 опыта. Так, если опыт зашел, значит я победил. Да ударь, пожалуйста. Ударь, пожалуйста. Ударь, пожалуйста. Ударь его. Сдохни! Сука, он не хотел бить. Почему? Ударь его. Спасибо. Это было необычно. Он не хотел вообще никого атаковать. И из-за этого я чуть не поплатился. Да хватит убирать факел. Я не нажимал на левую или правую кнопку мыши. Так, что у нас там? Инвентарь у меня заполняется. Давай-ка съем арбуз. Все, хп пусть пополняется потихоньку, и пошли. Подожди, а можно как-нибудь на какой на мне эффект посмотреть, нет? Нет? Ну ладно. Просто если так подумать, эффекты здесь картинками показываются, не особо понятно, что этот эффект вообще дает. Ну то есть, сейчас я вообще не понимаю, там... Там просто, ну как бы, взрыв типа какой-то, что ли. Так, ёбай. Так, стоп, а я... А. Так, тут никого нету. Мне бы свету здесь. Света. Так, ожерелья какие-то. Дайте свет побольше. Пожалуйста, включите свет. У меня только один вопрос, кстати, а зачем я вообще сюда... Страшно это дело. Зачем я вообще сюда пришел, кроме того, как захватить кого-то? Так, может это я на эскейп тогда нажимаю, выбираю? Нет. Ладно.
Ладно, звуки... Звуки пугают, но... Да и все. Они даже... Уже просто звуки. Больше ничего. Здесь точно все? А зачем я вообще сюда пришел? А. Что? Лес на болотах? Первый раз, кстати, заметил то, что можно всю карту включить. Храмовый квартал. А, подожди, мир, то есть я могу еще куда-то отправиться. Ты что такое? Северное королевство. Ты? Еще одно Северное королевство, ладно. Так, все что ли? Я просмотрел всю локацию. А, ты, блин. Все? Так, давай по территорию, пожалуйста. Нет, закрыто. Чё-то не вижу. Вот здесь еще что-то есть. Так, и здесь что-то справа. Это что? А, ну. Нет, дальше. А, вот и выход, кстати. Ну, или не выход. Понял. То есть, я думал, это выход, но это нифига не выход. Ладно, все завалено, значит, со всех сторон. Завалено. Завалено, ничего интересного. Может, что-то мог пропустить. Завалено. Ну, все, значит, выходим из локации, идем к плавунам. Потому что особо не... здесь больше не хватит. О, воздуха, кстати, можно... Что это было? Ну ладно. Так, нужно еще будет... Сейчас по-быстрому. А нет, вот. А, для выполнения этого задания нужно... Бестиарий, запись бестиарии об хинопсах. Для садовника три корневища. А, то есть, ну сейчас попробуем купить эту книжку. Стоп, куда мне выход? Где выход? Подожди. Так, налево. А, вот почему. Здесь был еще один такой же проход, потому что вот он был вот здесь. Из-за этого подумал то, что я вернулся в прошлое место. Но это не... Секундочку. Могу здесь сократить... Здесь очень тонкая стена, так что, по идее, можно было бы сократить здесь, ну ладно. Ладно, пусть будет так. А я могу стрелять? Могу. Только как огонек какой-то тухленький. Так, куда мне идти? Вперед, все. Огонек тухленький немножко, но ничего, поебой. Никого я не встретил, кто издает эти звуки, так что ладно. Я сейчас вернусь еще раз. Если вернусь, то хорошо. Если не вернусь, то ну без разницы что. Так. А что это за задание-то у меня выделено? Подожди. Задание. Важность. Подожди, мне какое задание выделено? Можешь показать, а? А что у меня выделено на карте? Показать на карте. О, что? А что мне сейчас показывается на карте, что... Че? Ладно. Память клинка нет.
Сейчас, где у нас хинопсы и плавуны? Хорошо, погнали. Так, насчет плавунов, кстати. Я же могу. Для выполнения этого задания нужна запись в бестерии о плавунах. В бестерии? Бестерия. Так, давайте сначала выберемся отсюда, а потом уже. Эй, чё? Место силы, костер. Логово как от Рикса. Погнали. Нет. Бочки пустые или нет? Селитра пойдет. И надо будет еще отнести... Туда? Нужно будет отнести этот. Как его кличут-то? Зовут... в инвентаре у меня слишком много мест, так что... И давай поделимся. Стоп, один уже все, третий? Ладно. Все же, да? Так, их мозги мне не нужны. Своих хватает. А я же уже перебрал даже насчет мозгов. Отдыхал всего час, называется, кстати. Так, это чё? Дом детектива, ладно. Еще надо будет разобраться с детективом. Нужно свидетеля, нужно допросить всех, нужно найти доказательства. Какие приятные звуки. Так, идем. Так, хинопсы, мне нужно. Куда мне нужно вообще сейчас? 12 часов отдыха. Мне сейчас нужно найти того, кто продает книжки о этих. Как их зовут-то? Книги о всех животных, всех этих. Еще нужно, кстати, качать интеллект, если я ничего не путаю. Да, кстати, интеллект нужно будет качнуть, потому что, скорее всего, ритуал очищения получение увеличивает вероятность ингредиентов для останков. Блин. Делать бомбы делать я их не буду, конечно же. Мощный знаков. Время действия знаков. Ладно, интеллект тоже надо будет качать. Вот следует... А, ну. Масла изготавливать могу потом. Пока восходит луна. Так, хорошо. Нет, потом по... Это основное, что задание мне сейчас выделилось? Или что? Или я сейчас опять память клинка выделю? Возможно. Так, мне нужно подойти опять к травнице, которая мне продавала какую-то книжку насчет... Травница, подожди. Бестерии. Так, хорошо, давайте с ней поговорим. Давай. Нет у тебя ничего интересного. Мазь от порезов. Лоточник, ладно, пусть что? Будет. Я не знаю, что. Окей. 30 цена продажи. Надо, кстати, будет все эти продать. Ну ладно. Надо будет, правда, продать все, буквально все. Вот эту печать вечного огня оставить на всякий случай, пусть будет. А вот все остальное, ожерелье мне какое-то. Украшения, подарки, любые. Торговец. Бесполезно. Ладно, давай книжка. В чем? Ой, сейчас будем искать болотных чудовищ. Во-первых, так, вот топцы, плавунов, пиявок. Вот. Деньги трачу, только путь. Может, я где-то мог найти, но ладно, пусть будет так. Ожидание, описание. Что я купил, подожди.
описывающий болото чудовищ, утопцы, плавунов, пиявок. Пиявок, пиявок. Ладно, мне нужен хинопс. Кощей. Описание собак. Гули и гравейры какие-то. О призраках. Виверна, Василиски, Кокатрикс. Ладно. Научный труд. Вот. Да? Так, научный труд посвящен проклятием созданиям. Рождением из проклятия. Это что ли? 500, ты куда? Вот, альгули мне еще пригодятся. Еще 500. То есть я сейчас все просто... Да. Мечта дракона. Формула бомбы, без разницы. Содержит описание, нет. А вдруг я... Дурак. Если я мог... Выносливость, ловкость... вот, наверное, здесь. Базовая мощность. Позволяет ритуал очищения. Вероятность извлечения. Вот только когда у ведьмака осталось меньше... Что, блядь? А мощность знаков? Пробивать, проводить ритуалы. Ладно. Не особо интересно. Так. Свитки, рукописи. Так, а теперь нужно идти в болото. Где был у нас таверна. Горячие бедра, чё? Ладно. Ворота в королевскому замку. Окей. Тут детектива. Ворота купеческого квартала. Куда мне идти? Я не помню, что болото. Куда пройти-то нужно? Сюда, наверное. Давайте сейчас узнаем. Если сюда, то это хорошо. Сейчас тогда попробуем плавунов. А, подожди. Читать нужно. Правую кнопку мыши. Книга добавляет записи. Спасибо. Монстры пиявки, кровь. Кровь пиявки, кристалл. Монстры оборотни. Ингредиенты. Стрыга, монстр... Стрыга? Сердце стрыги. Вот, монстры хинопсы. Том 2 я какой-то купил. Корни... Вот, все. Корневище есть. Хорошо. Ой, блин, как же с ними трудно, с этими хинопсами. Нужно будет сразу возвращаться. Садовник. Вот, вот, вот эта дедушка. Вот эта дедушка, дедушка. Просто... он захотел, чтобы я... Так, где кудлатый мишка? Да. Сейчас отдам все, потому что слишком много на инвентаре уже места занято. То лучше сейчас закончить. Блин, то есть в этой серии я так до сих пор и не пошел на болото. Потому что я целый склеп посмотрел. Ну, знаешь, значит... Выбора у меня особо... Ну, значит, сейчас закончим. Спроси. Сейчас отдам все вот эти предметы. Рассортирую, можно сказать. Возьму все украшения, продам их. Просто они бессмысленно. Где у нас трактирщик? Все. Черт! Опять проиграл! Хранилище. Вот так, тебе... О, кстати, книжки надо будет продать, они мне больше, по идее, не нужны. Кстати, да, хочу я их сохранять. Так, у меня тут одно кольцо, да? Окей, ладно. Надеюсь, он не ворует у меня ничего, потому что странное дело. То, что я думал, мне их намного больше было. Так, у меня здесь ласточки нету, ласточки нет. Хорошо. Ценные... Кстати, давайте я их сразу возьму. Что это вообще? Кольцо с бриллиантом. А, ладно. Так, книги. Письма рыцарю Эрику. Там отдам, чё. Тут с водой. Ай, без разницы. Так, конфета мне не нужна. Лёг, он не сортируется автоматически. Так, и сюда.
Хлеба. Хлеб добавим сюда. Хотя хлеб самый хороший хил, который я видел. Вот что. Ты что такое? Алмазная пыль. Наносим повреждения на 40%. Кстати, вот это надо воспользоваться насчет этого, насчет Эхинопса. Я возьму все. Потому что Эхинопс мне может... Или я его, или он меня подберет. Можно также продать. Так, ну все, это я оставлю инвентарь, даже если он сейчас мне запомнится, хотя вот это я верну. Даже если он сейчас мне запомнится, я не особо буду разочарован. Так что, ладно. Ладненько, давайте на этом закончим. А в следующей серии мы наконец-таки закончим с плавунами и хинопсами, с корневищами. Ладненько. Итак, всем пока, с вами был Стал, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, до следующей серии и всем пока.